Я всех приветствую. Зовут меня Ирина Маркелова. Участвую в проекте Whole World с 2013 года. Я участвую в самом благородном проекте интернета. Это бесспорно, потому что мы вершим добрые дела. Не только получаем денежные переводы в свой адрес, это уже как следствие, а в первую очередь мы совершаем добрые дела. 24 августа 2021 года вышел репортаж о фонде «Всем миром» на новосибирском телевидении. На очередном приеме маленьких пациентов, организованным благотворительным фондом помощи детям «Всем миром» и центром клинического ортезирования, в городе Новосибирск побывала съемочная бригада из местной телекомпании ОТС. Здесь вы можете на главной сайте нажать «Новости» в проекте «Whole World» и посмотреть вот этот сюжет о благотворительном проекте «Шаг навстречу». В этом видео доктор Анатолий Борисович Орешков говорит о выездной работе врачей-ортопедов в регионы в рамках благотворительного проекта «Шаг навстречу» и рассказывает об уникальной технологии экспресс-ортезирования, благодаря которой помощь больным детям оказывается на месте, а главное – бесплатно за счет нашей с вами финансовой поддержки. Обязательно поделитесь ссылками на это и другие видео со своими партнерами. И это позволит развеять им их сомнения в реальности и благотворительной деятельности Whole World. Еще один репортаж был на Оренбургском телевидении. СМИ продолжают рассказывать о благотворительном проекте «Шаг навстречу», организованном благотворительным фондом помощи детям всем миром и центром клинического ортезирования «Альянс Орго». На очередном приеме маленьких пациентов, организованном врачами из Центра клинического ортезирования, в городе Оренбурге побывала съемочная бригада из телекомпании ОТР. Здесь вот вы также можете посмотреть этот ролик. В этом сюжете своим мнением о проекте «Шаг навстречу» делится Елена Мерзлякова, учредитель Оренбургской областной общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-ангелы». Об уникальной технологии экспресс-ортезирования с использованием высокотехнологичных материалов и преимуществах такого лечения рассказывает врач-ортопед из Центра клинического ортезирования Сорокин Сергей Михайлович. О всех наших подопечных вы можете посмотреть на сайте wholeworld.ru, Международный благотворительный фонд помощи детям, и также пожертвовать любую сумму и помочь своими средствами маленьким деткам. Им нужна помощь, кому сколько собирают, кому сколько уже собрали и помогли, также вы найдете, и все отчеты фонда. И новости фонда. Вот все поступления. И также можете увидеть отчетность. А свою реферальную ссылочку на проект Whole World я оставляю под видео. В проекте я с 2013 года. Всем пока.